Хочу немножечко рассказать о предстоящем проекте iFashion, который будет открываться уже во вторник, на следующей неделе, 28 числа, если я не ошибаюсь. Будет он проходить в Музее истории Киева, и я участвую в нем. Тут будут представлены разные картины, инсталляции, скульптуры. Я в данной выставке участвую с своими двумя скульптурами, которые еще нигде не экспонировались, и повторно по просьбе организатора выставляю свою инсталляцию на очень кричащую социальную тему о том, насколько наш мир погряз в эпохе потребления, и я хочу этой инсталляцией просто всех призвать здраво относиться к ресурсам Земли, нашей планеты. И у вас будет возможность прийти, посмотреть на эту инсталляцию. Также я сейчас вам покажу два скульптурных бюста своих, которые будут тут выставлены. Я работаю на тему, на тему мифологии разных народов. Это то, чем я вдохновляюсь. Мифология и космос. Это две темы, которые меня вдохновляют. И вот эти вот два бюста, они будут также экспонированы в Музее истории Киева. Так что буду рад всех видеть. Приходите и обогащайтесь искусством, облагораживайтесь. Всем хорошего дня, всем до свидания.